Начнем со следующего. Значит, что у нас есть. Значит, наш курс будет посвящен вопросам управления развитием экономики. Значит, здесь ключевое слово «развитие». И связана здесь главная проблема в том, что мейнстрим экономической мысли, которую многие из вас, наверное, экономисты, это точно с этим знакомы, многие, наверное, тоже сталкивались, он вообще не занимается вопросами развития с точки зрения даже своего инструментария, который базируется на концепции экономического равновесия, к этой задаче совершенно не приспособлен. Поэтому вот этот огромный массив знаний, который наработан в мейнстриме экономической мысли, которая все время крутится уже последние лет 50, наверное, вокруг теории экономического равновесия, не дает нам необходимого ни аппарата, ни подхода, ни методологии для изучения процессов развития. Связано это со следующими причинами. Во-первых, само по себе равновесие, которое является уже много десятилетий предметом анализа экономистов, большинства экономистов, во всяком случае, отрицает развитие, потому что развитие никогда не ведет к равновесию. Во-вторых, сама методология концепции равновесия и теория равновесия, которая основана на аксиомах, во-первых, полной информированности хозяйствующих субъектов, что они все знают,
и могут поэтому принимать оптимальные решения с точки зрения технологий, которые они могут использовать, с точки зрения производственных возможностей, имеющейся ресурсной базы. Это первая аксиома. Вторая аксиома связана с концепцией, точнее, с предположением рациональности хозяйствующих субъектов. Все это в реальной практике не срабатывает, потому что никто, ни одна компания не может знать всех технологических возможностей. Во-вторых, сами эти технологические возможности постоянно меняются. В тот момент, когда вы пытаетесь выбрать оптимальную технологию для своего производственного процесса, появляется новая технология. И не случайно, если брать срез хозяйствующих субъектов, то в один и тот же момент времени вы найдете в экономике в одной отрасли предприятия совершенно разным техническим уровнем, с разной производительностью, фондом отдачи, и показатели эффективности могут отличаться в 3-4 раза. А также давно в экономике, в экономических науках подвергается зубодробительной критике теория рациональности, и доказывается, что главная предпосылка, так называемый homo economicus, человек, который максимизирует прибыль, значит, не работает в реальной жизни. Что в реальной жизни люди руководствуются рутинными процедурами и система управления, они работают по когда-то заведенным процедурам принятия решений. Они могут очень далеко уходить от оптимальных решений. Они, эти рутинные процедуры с большим трудом меняются. И поэтому в большинстве случаев существующие вот, в реальности хозяйствующие субъекты, как правило, вовремя не замечают новых технологий. Во-вторых, даже когда они их замечают, они не вполне, так сказать, способны быстро внедрить. Известны в теории менеджмента проблемы, связанные с инновационными процессами, которые отвергаются, как правило, рутинными формами принятия решений. Но вот так или иначе, реальная жизнь в экономике устроена совсем не так, как в теориях, связанных с концепцией экономического равновесия. Возникает, конечно, вопрос, зачем эта теория равновесия вообще нужна? Скоро она практически не дает нам ответа на вопросы, как управлять развитием экономики. И ответ здесь на этот вопрос лежит, к сожалению, в идеологической плоскости. Последние полторы сотни лет экономическая наука в основном занята апологетикой существующего порядка вещей. Так же, как политэкономия социализма оправдывала существовавший у нас в стране там, 30 лет назад строй, доказывая, что отношения планирования, они намного эффективнее и производительнее для общества в целом, чем отношения рыночной конкуренции. Поэтому автоматически, в связи с тем, что мы перешли на всеобщее планирование, мы имеем больше возможностей для развития, чем капиталистические страны, которые, значит, увязаны в конкурентной борьбе там, внутри экономики между собой. И точно так же теория рыночного равновесия доказывает нам, что если государство не очень вмешивается в экономику и занято тем, что контролирует правила игры, которые обеспечивают нам свободу конкуренции, то дальше экономические субъекты сами по себе выйдут на оптимальные хозяйствующие решения, и государство может только им помешать достичь того оптима, который они могут получить, конкурировать свободно друг с другом. Вот. Но мы понимаем, что это невидимая рука рынка, это такая же, так сказать, абстракция идеологическая, как и всесилие социалистического народно-хозяйственного планирования. Ни то, ни другое нам не обеспечивает устойчивого, успешного развития. И вывод, который мы можем сделать из последних там, 100 лет развития экономики, заключается в том, что простые модели управления не работают. То есть попытки свести экономическое управление к какой-то простой мифологии и дальше руководствоваться догматикой из простых, так сказать, банальных, кажется, истин всегда приводили к катастрофе. К сожалению, мы склонны, наверное, к такому упрощенному идеологизированному мышлению и часто даем себя
завести в ловушку той или иной догматики. Казалось бы, все просто. Просто, так сказать, частная собственность, свободная конкуренция. Математические модели показывают, что в случае, если каждый из экономических субъектов максимизирует прибыль в условиях свободной конкуренции, они выходят на точку равновесия, где обеспечивается оптимальное использование ресурсов. И ничего лучшего экономическая наука, ну, мейнстрим экономической науки предложить не может. Поэтому не нужно никаких сложных систем управления, нужно просто, так сказать, вот эти простые догматы соблюдать, и все будет хорошо. Совершенно аналогичным образом социалистическая политэкономия утверждала, что есть исходное производственное отношение планирования, значит, умные люди запланируют экономику таким образом, что будет обеспечено сбалансированное развитие, и мы, значит, успешно, без избыточного расхода ресурсов, которые характерны для конкурентной борьбы в рыночной частной собственной экономике, сумеем обеспечить оптимальный народно-хозяйственный план. Если говорить о научной стороне этих подходов, я бы сказал, даже псевдонаучных, потому что, в принципе, это схоластическая мифология, которая больше похожа на религию, чем на науку. К сожалению, мейнстрим экономической мысли никогда не пытался использовать эксперимент в качестве доказательства тех или иных суждений, как это положено в естественных науках. Хотя, особенно современный период там, последних 30 лет дает нам потрясающую, уникальную в истории возможность натурных экспериментов, реализации тех или иных теорий или моделей управления в экономике, в общем-то, экономисты мейнстрима крайне неохотно, значит, опускаются до уровня даже осмысление тех экспериментальных ситуаций, которые возникли на наших глазах последние 30 лет. К примеру, мы видим три разных варианта перехода от директивной экономики к рыночной. Один наш с шоковой терапией, другой европейский с поглощением бывших стран социалистического лагеря Европейским Союзом. Третий китайский. Но эксперимент совершенно очевидно говорит в пользу китайского. 30 лет китайское экономическое чудо абсолютно лидирует по всем показателям мировой, так сказать, конкуренции. И несмотря на все прогнозы мейнстримовских экономических школ, что это все временное явление, что вот-вот этот рост заглохнет, ничего подобного не происходит. Китай уверенно идет вперед, и чуть позже вы поймете, почему он дальше будет определять мировое экономическое развитие еще в ближайшие 40-50 лет. Но, тем не менее, выводов из этого никаких не делается, потому что, еще раз подчеркну, главной задачей мейнстрима экономической мысли будет марксистский мейнстрим или, значит, либеральный мейнстрим, основанный на моделях равновесия, заключается не в том, чтобы объяснить, как устроено реально развитие экономики, а в том, чтобы обосновать, что все устроено правильно. Вот современный мейнстрим либеральный нам говорит, что государство – это зло, поэтому то, что оно коррумпированное, значит, неэффективное, не умеет управлять, ну, это как раз доказывает, значит, этот тезис. Поэтому чем меньше будет государство, чем больше будет рыночной свободы, тем лучше за нас, значит, субъекты хозяйства, они сами решат проблемы экономического роста. Забавно, что в математической формулировке, что теория рыночного равновесия, что теория оптимального планирования используют одну и ту же методологию, одни и те же модели линейного программирования, с элементами, может быть, нелинейного. Ну, так или иначе, это один и тот же инструментарий, который, как ни странно, ведет к одному и тому же результату. Что если вы почитаете уже, наверное, в библиотеках, только можно найти книжки ЦИМИ по теории оптимального планирования экономики, и сравнить их с тем, что сегодня преподается в моделях рыночного равновесия, мы обнаружим, что одни и те же модели, которые дают один и тот же результат. Только парадокс в том, что при постановке модели в терминах народнохозяйственного оптимального планирования в качестве критерия используется максимум объема производимых экономических благ, а задача равновесия ставится просто предпосылка о том, что все субъекты максимизируют прибыль и у нас свободная конкуренция, но в точке равновесия эти две постановки сойдутся. Поэтому все это говорит
о том, что, по сути, мейнстрим экономической мысли – это не более чем наукообразная религия, которая обосновывает, как у Гегеля сказано, все действительно разумно, все разумное действительно. Вообще мы живем в самом лучшем из миров. Вот, собственно говоря, квинтэссенция мейнстрима экономической мысли при прямо противоположных идеологических интерпретациях, там, марксистской, скажем, или либертарианской. Вот после этого экскурса, так сказать, в имеющийся в настоящее время накопленный материал в области экономических знаний, конечно, очень краткий и крайне упрощенный, мы перейдем к вопросам, собственно говоря, развития. Нас интересует развитие. Нас не интересует, как вот в рамках этого курса, который будет слушать, нас не интересует, как распределяется материальный благ. Нас не интересуют вопросы, значит, справедливо это или несправедливо, значит, оптимально это или не оптимально. Нас интересует вопрос, как идет развитие, как развивается экономика. И как, исходя из законов развития экономики, управлять этими процессами таким образом, чтобы достигать повышения общественного благосостояния. Задача на самом деле нетривиальная, замечу, в том смысле, что последние 30 лет, за исключением китайской модели, у нас все страны столкнулись с прекращением роста общественного благосостояния. Будь то Америка, Европа, значит, ну, про нас я уже не говорю, на своем благосостоянии сегодня в полтора раза ниже, чем был в советский период. То есть, как бы, мейнстрим экономической мысли, он даже этот вопрос не может правильно поставить. Потому что, заключая уже этот экскурс, скажу, что главное, что заботило экономистов со времен Адама Смита, это то, как распределяется общественный продукт. Как он распределяется. То есть, почему одни богатые, другие бедные. Значит, почему одних получается разбогатеть, а у других ничего не получается, кроме продажи своих рабочих рук. И вот, собственно говоря, вот это мучительный вопрос, проистекающий из религиозного мышления, связанный с несправедливостью социально-экономической ситуации, и двигал экономистов в сторону объяснения распределения общественного продукта. Значит, ну, как вы понимаете, марксисты считали, что все это несправедливо, потому что они выражали интересы пролетариата, наемных работников, для которых было трудно смириться с тем, что работая от зари до зари, так сказать, они не могут даже дом построить. И вот это ощущение социальной несправедливости толкало мысль марксистов к объяснению этого феномена, который они открыли для себя в теории прибавочной стоимости, и наукообразно доказали, что источником накопления богатства является неоплаченный труд. Раз неоплаченный труд, значит, все это модель принципиально неверна, она несправедлива, она не имеет права на существование, она обрекает человечество на загнивание, там, классовую борьбу, антагонистические отношения и тому подобное. С другой стороны, выполняя заказ буржуазии, так условно говоря, либертарианцы обосновали теорию предельной полезности, где, значит, доказывают, что люди получают за свой труд столько, сколько они, значит, конечно, последний из них, нанятый на работу, значит, способен произвести полезную продукцию. Ну, а те, кто обладает капиталом, они, соответственно, получают свою прибыль на капитал, как на редкий фактор производства, который, если он востребован в экономике, значит, за него надо платить. Также и феодалы получают свой, значит, рентный доход справедливо, потому что в их собственности земля, ограниченный еще один ресурс. И, соответственно, в рамках теории предельной полезности все факторы производства получают справедливую с этой точки зрения оценку и справедливый доход. То есть, собственно говоря, вот эти две противоположных картины мира, замечу, что в математическом выражении имеющие один и тот же результат в интерпретациях математических моделей, в действительности дают принципиально разную картину мира. Но эта картина мира служит не для того, чтобы управлять развитием экономики, а для того, чтобы управлять обществом. Потому что, опираясь на эту картину мира уже в сегодняшнем секуляризированном сознании, где народ не верит в Бога и требует постоянно доказательства того, что все, что существует, разумно и правильно, вместо религии христианской, в нашем случае, в европейской цивилизации, вместо христианской религии заняли две таких, так сказать, противоположных по смыслу концепции, которые, каждая из которых объясняла справедливость экономического устройства, справедливость того, что
точнее марксистка объясняла несправедливость капитализма и справедливость социализма, и 60 лет нас учили здесь в стенах Московского университета, что ну не 60 лет, после сталинского учебника о политэкономии, с 50-х годов нас учили о том, что все у нас мы впереди планеты всей, потому что у нас такая система производственных отношений, которая нам позволяет автоматически достигать лучших, больших результатов, чем на тех же самых ресурсах, чем в капиталистических странах. Значит, за бугром, как говорится, учили прямо противоположного. Значит, что у них, так сказать, наиболее эффективная модель, потому что она позволяет добиваться максимума эффективности использования ресурсов, что двигает общественное благосостояние вверх. Ну вот, переходя теперь уже к вопросам развития, мы абстрагируемся от вопросов распределения общественного продукта и не пытаемся доказывать, что все, что действительно разумно, и все разумное действительно. Зададимся вопросом, а как, собственно говоря, идет управление, точнее, как экономика развивается, какие механизмы развития экономики можно считать доказанными с научной точки зрения, экспериментально проверенными, и, соответственно, являющимися опорами для управления. Значит, ну, сейчас, к сожалению, нет курса экономической кибернетики, но значит, у нас вопросами управления сегодня занимаются в основном технические дисциплины, там, как управлять машинами, там, значит, в бизнес-школе там учатся, может быть, как управлять предприятиями. Вот. Но есть такой базовый кибернетический принцип, что избирательная способность управляющей системы должна быть не ниже разнообразия объекта управления. Потому что некая такая аксиома кибернетики. Если вы хотите чем-то управлять, то ваша система управления должна иметь способность различать все состояния объекта управления. То есть вы должны видеть все состояния объекта управления для того, чтобы манипулировать этим объектом управления так, как вам нужно. В этом смысле можно сравнить доктрину рыночного равновесия, вот эту, так сказать, навязывая нам либертарианскую модель шоковой терапии, или более широко вашингтонского консенсуса, или таргетирование инфляции, современное, так сказать, название этой системы управления, которая сводит всю систему управления макроэкономикой к одному параметру. В нашем случае процентная ставка. Чем занимается наша макроэкономическая власть? Она манипулирует процентной ставкой. Да, они все бросили на произвол судьбы, бросили курс рубля на произвол судьбы, не занимаются ни промышленной политикой, ни научно-технической, считают, что все это за них автоматически, там, как-то предприятия сами будут решать, а макроэкономики, вот их, они считают, что манипулируя процентной ставкой, они могут решать все вопросы экономического развития. То есть, поднимая ставку, они опускают инфляцию, они стабилизируют, так сказать, ожидания экономических субъектов. Дальше эти субъекты, значит, способны сами принимать инвестиционные решения и обеспечивать экономическое развитие. Вот такой подход, значит, можно сравнить с ездой, там, скажем, на мотоцикле, где у вас только один параметр управления – это газ-тормоз. Да? А больше вы ничем не занимаетесь, только жмете педали, бросили руль, так сказать, не задели, и только нажимая на газ и на тормоз или автомобиль, да, вы пытаетесь доехать, так сказать, в нужном направлении. Если дорога прямая, значит, то, может быть, вы куда-нибудь доедете. Да, но в случае реальной экономики у нас вообще дорог нет. Поэтому такого рода система управления, очевидно, работать не будет. Поэтому надо понимать, что система управления в экономике – это всегда сложная система. И стремиться управлять экономикой путем примитивных догм – это верный путь к катастрофе. Все страны, которые демонстрировали экономические успехи, Советский Союз в свое время, современный Китай, те же Соединенные Штаты на подъеме, или послевоенная Европа, или Япония, все они использовали сложные системы управления с большим количеством управляющих параметров, не пытаясь все свестись к одному какому-то ключевому элементу. Вот стремление свести все к одному элементу – это тоже квазирелигиозное мышление. Это вот как бы есть… Это все равно, что, знаете, молиться Богу. Вот вы молитесь Богу, и все вопросы за вас Господь решит. В общем, чем интенсивнее будете молиться, тем больше вам воздаст. Ну, вот такая же примерная
отношение к объекту управления нашим центральным банком. Вот, мы будем упорно, значит, держать высокую процентную ставку, и Господь нам поможет, так сказать, стабилизировать экономику. Вот, завершая вот эту часть нашей вводной лекции, хочу сказать, что, к сожалению, мейнстрим экономической мысли демонстрирует свою ненаучность базового подхода. Он отрицает значение эксперимента, точнее, не то, что отрицает, а вообще не обращает внимания на экспериментальную проверку своих гипотез и несет в основном идеологическую функцию. Почему он и востребован? Почему за мейнстрим платят много, а за эволюционную экономику платят мало? Потому что те, кто обладает в системе управления наиболее дорогостоящим ресурсом, это, значит, деньги и власть, они готовы платить тем псевдоученым, которые обосновывают их правильность их, так сказать, политики. Поэтому мейнстрим хорошо финансируется, а реальная экономическая наука практически не находит спонсоров и желающих, так сказать, ее поднимать, если только у нас не просвещенная власть. Вот ситуация с просвещенной властью, это, может быть, мы в конце нашего курса лекции к этому вернемся. Если власть у нас обслуживает интересы тех или иных социальных групп, а не интересы всего общества, она по определению нуждается в некоторой квазирелигиозной догматике, которая будет оправдывать право такой власти с точки зрения общественного мнения управлять обществом. А для общественного мнения очень важны простые некие мифы, в которые люди могут, так сказать, верить. И воинствующее невежество – это всегда некое проявление плохой власти, которая стремится объяснить свои провалы тем, что они все делают правильно и разумно, потому что такова догматика, которой они руководствуются. Догма вопроса есть, догма вопросов нет. Значит, ну, значит, будем жить дальше, как живем. Вот. Если же мы хотим развиваться, то нам нужно понимать для начала, как устроены процессы развития. Значит, к сожалению, в презентации отсутствует главная иллюстрация. Значит, любой процесс развития описывается так называемой логистической кривой. Если мы здесь отложим время, а здесь отложим некий результат, вот, результат может быть какой угодно, допустим, количество изделий, которые вы, значит, начинаете производить, так сказать, и развивать свое производство. Это жизненная технология с точки зрения эффективности этой технологии, сколько она позволяет давать продукцию на единицу, скажем, мощности или единицу потребляемой энергии. Это может быть процесс обучения, роста производительности труда в той или иной технологии. Этот процесс всегда описывается вот примерно вот такой вот кривой, где есть эмбриональная фаза, фаза, собственно говоря, обучения. Вообще эти кривые иногда называют кривой обучения. То есть любой процесс развития идет таким образом, причем, ну, там она может, конечно, варьироваться с точки зрения скорости процесса. Здесь такой достаточно у нас ряд просветов. Есть. Спасибо. Здесь у нас достаточно крутой подъем. Подъем может быть более пологим. Вот. Но общая форма вот именно такая, S-образная, так называемая кривая. Называется логистической, потому что если мы возьмем здесь логарифм, то мы получим прямую, что очень удобно для прогнозирования. Казалось бы, так сказать, простая форма. Еще раз я нарисую. Результат. Это результат. Он может измеряться в штуках, в производительности труда, так сказать, допустим, в количестве слов, которые вы выучиваете, занимаясь английским языком. В сантиметрах роста, допустим, человека, да, вот люди растут неравномерно. Сначала они мало растут, потом у них взрывной рост, потом у них рост стабилизируется. Ну или, скажем, распространение технологии. Значит, одна технология вытесняет другую, она растет с таким образом. То есть сначала процесс освоения пространства, или, допустим, эпидемия, распространение микробов, точно так же, или больных людей. В общем, все процессы развития, в том числе процессы творческой активности людей, описываются, как ни странно, одной и той же кривой. Эта фундаментальная закономерность позволяет нам нащупать главный, что ли,
главную константу в теории развития. Если у нас есть понимание, что любой процесс развития описывается одной и той же кривой, то дальше нам с точки зрения прогнозирования, например, важно только знать начало этой кривой. И можем посчитать всю эту кривую. Значит, сначала идет, еще раз скажу, процесс обучения, накопления знаний, выстраивание окружающей среды, соответственно, как сейчас можно говорить, экологию системы. Затем идет бурный рост, и он достигает определенного предела, вслед за которым дальнейшее развитие упирается в нелинейно нарастающие издержки, которые, в конце концов, приводят к затуханию развития. Там, допустим, с точки зрения производства товаров, вы наталкиваетесь на потолок спроса. Там, вы можете производить там, огромное количество там, сапогов, например, но если у вас население 100 миллионов человек, там, 101 миллион у вас уже не будут покупать. Вот. Или, значит, вот типичный часто пример соревнований технологий. Вот. У нас там 200 лет возили парусный флот. Наращивали парусность, совершенствовали, так сказать, рулевое управление. Но в конце концов уже дальше парусный флот не мог ни ускоряться, ни расширять объемы перевозимых грузов. И на смену ему перешли пароходы с паровым двигателем, потом теплоходы. И каждое технологическое решение всегда имело предел. В теории технического развития есть так называемый закон убывающей производительности, то есть любая технология, начиная с определенного момента, начинает давать снижение эффекта на каждую новую инвестицию. То есть вы инвестируете, но прибыль получаете все меньше и меньше, потому что в рамках такой технологической траектории у любой технологии есть предел развития. Значит, если мы перейдем к экономическим оценкам, здесь у нас, так сказать, эволюция технологии с точки зрения ее производительности, предположим. А здесь мы попытаемся одновременно построить график прибыли, да, которую получает инвестор, вкладывая в ту или иную технологию. Сначала, понятное дело, у него идут одни затраты. То есть он работает в минус. Он строит завод, осваивает технологию. Мы об этом еще будем подробнее говорить на дальнейших лекциях, как это все происходит. Большие риски, опять же, значит, нужно отрабатывать много альтернативных решений. Но если он проходит некую точку, где уже структурируется экосистема такая экономическая для данной технологии, набирается набор необходимых технических решений для того, чтобы она была востребована, и формируется среда спроса, начинается взрывной рост. Люди начинают покупать соответствующие продукты, идет расширение производства, экономия на масштабе производства, повышается эффективность и начинается прибыль. То есть идет, значит, рост доходов, рост прибыли. Дальше у нас, как я говорю, наступает момент, когда дальнейшие инвестиции, значит, здесь у нас даже лучше не время, а инвестиции, так сказать, если мы здесь инвестиции, буквально капитал обозначим, то у нас дальше начинается затухание и затем обвал, потому что появляется на рынке новая технология, которая нас вытесняет. И надо сказать, что бизнес, как не печально, так же, как и органы госуправления, они, как правило, вот этот момент проскакивают. И новую технологию внедряют уже другие компании. То есть, если вы посмотрите там список 100 лучших, ну, 1000 ведущих компаний сегодня, и то, что было там 50 лет назад, очень мало вы найдете одних и тех же субъектов. Потому что новая технология, как правило, всегда внедряется новыми субъектами. Это вполне понятно, потому что старые, еще раз подчеркну, что в реальных системах управления сидят люди, которые руководствуются привычными процедурами принятия решений, так называемыми рутинами. И такое направление, как эволюционная экономика, evolutionary economics, сложилось на Западе,
она как раз отвергает всю эту аксиоматику мейнстрима экономического и доказывает, что все экономические системы эволюционируют, исходя из рутинных, постоянно повторяющихся процедур деятельности. И на сегодняшний день, когда в системах управления занято больше людей, наверное, чем в собственном материальном производстве, мы видим, что тоже даже интеллектуальный труд в системах управления, это не конвейер все-таки, а люди там, значит, каждый день что-то считают, должны придумывать, писать, но все равно они руководствуются рутиной и, как правило, думают, что если у них получается зарабатывать прибыль сегодня, то они будут зарабатывать и завтра, и послезавтра. А если возник временный сбой, то это, значит, какие-то такие временные факторы, и печальный конец для них всегда, как правило, неожиданно бывает. В этом есть некоторая психология экономических кризисов. Значит, вот количество затрат, которые нужно понести инвестору для того, чтобы технология вышла в позитивную плоскость, то есть позитивную позитив. Здесь у нас минус. Иногда называется порогом синхронных затрат. То есть вам для того, чтобы освоить ту или иную технологию, вывести ее на рост, необходимо внедрить, потратить определенное количество денег. Порог синхронных затрат – это, собственно говоря, накопленные убытки, накопленные расходы за вычетом доходов, которые получаются до того момента, когда технология начинает давать устойчивый позитивный рост. Значит, следующий вопрос, на который нам надо ответить, собственно говоря, я подчеркну, что мы сейчас говорим о технологиях, потому что наша задача, когда мы рассуждаем о процессах развития, это прежде всего понять, как развивается в российской трактовке производительная сила, как, собственно говоря, растет производительность экономики, как идет ее техническое постоянное совершенствование. И здесь мы оперируем с материальными объектами, с технологиями, с технологиями, производствами, основными фондами, значит, рабочими местами в каком-то смысле, наличие человеческого фактора. И главный вопрос, на который необходимо найти ответ, а как эти технологии склеиваются друг с другом? Вот, в процессе развития мы видим эмпирически, что, во-первых, экономическое развитие нелинейно. Нет ни одной страны, которая бы демонстрировала какой-то устойчивый линейный рост на протяжении многих десятилетий. Значит, периоды устойчивого подъема сменяются кризисами. Спадами, депрессиями и так далее. Значит, второй момент. Развитие экономики неопределенно, по большому счету. То есть мы плохо понимаем, что будет через 10 лет. Хотя в некоторых отраслях, там, скажем, инфраструктура транспортная или энергетическая, инвестиционные решения могут приниматься и на 30, и на 40 лет, вот скажем. У нас, кстати, семинары проходят по средам. Сегодня был семинар, где обсуждались вопросы моделирования структурных изменений экономики. Приводился такой пример, что, допустим, плотина, гидроэлектростанция, она раньше их строили с расчетом на 30 лет. Через 30 лет надо плотину менять полностью. Потом выяснилось, что 50 лет ей не предел. И сегодня считается, что жизненный цикл 100 лет плотины. Ну, аналогичный пример, скажем, атомный реактор. Атомный реактор, когда закладывали, считалось, что атомный реактор будет работать там, может быть, 15 лет. Потом 20. Теперь продлевает ресурсы до 30 лет. И все это говорит о том, что человек не знает точно никогда, какого будет реально жизненный цикл той или иной технологии. Если брать обрабатывающую наукоемкую промышленность, то там жизненные циклы могут составлять 3-4 года, скажем, в микро- и наноэлектронике. То есть процесс развития всегда неопределенный. Наконец, третье свойство. Он неравновесный. Почему теория равновесия нам не помогает в объяснении процессов развития? Потому что в тот момент, когда экономика, вот имея некоторую, допустим, технологическую структуру, выходит на стремится к какому-то равновесию, можно посчитать теоретически. Вот если вы возьмете статический срез,
и посчитаете эффективности, производительности там, в разных сферах, вы можете построить модель и спрогнозировать, что в случае оптимального планирования или рыночной конкуренции вы выйдете на такую-то структуру производства, имея точное понимание суммы технологических возможностей и производственно-технические решения, которые есть на сегодняшний день. Но как только вы такую модель построите, она буквально через секунду станет уже нерабочей, потому что в эту секунду появляется новая технология, появляется новая возможность. Или меняется потребительский спрос. То есть экономика – это зыбкая, неустойчивая, система неустойчивая и неравновесная. Поэтому можно говорить, если мы пользуемся математической терминологией, что экономическая система стремится в данный момент времени к какому-то аттрактору, к какой-то точке притяжения. Но в следующий момент времени аттрактор меняется. Поэтому она движется от одного аттрактора к другому. И точно спрогнозировать ее движение можно только на участках устойчивого такого стационарного роста, более-менее сбалансированного, когда действительно подобными как производственно-технические возможности, что они синхронно расширяются. И вот главный вопрос, на который нам нужно ответить, это можем ли мы в этом море различных технологических возможностей и альтернатив выделить нечто устойчивое, то, на что можно опереться. Значит, с точки зрения динамики, устойчивость это означает инерционность. То есть можем ли мы на разных периодах экономического развития выделить такие участки, где экономическая система развивается как бы по инерции. То есть она растет в каком-то заданном направлении. И мы можем это направление более-менее четко прогнозировать. Вот ответ на вопрос о инерционности экономической системы с точки зрения технологического развития заключается в определении того, как связаны технологии друг с другом. То есть нам нужно понять связанность внутри экономической системы тех производств, которые ее, собственно говоря, формируют. Вот связанность с точки зрения технологической означает сопряженность. Значит, так или иначе, все технологии, которые мы имеем, они сопрягаются с другими технологиями. И образуют такие большие технологические совокупности, как мы их назвали. То есть сейчас модно говорить кластеры, ну, короче, множество неких технологий, которые развиваются синхронно в силу того, что они технологически сопряжены. Ну, вот, скажем, компьютер, который мы сейчас имеем на столах, он требует соответствующей микроэлектроники, соответствующего развития сенсоров, если мы с экраном манипулируем. Это требует определенных технологий в области элементной базы, микропроцессора, интегральная схема. Для того, чтобы все это работало, нужны электронные микроскопы, значит, силовые электронные микроскопы, манипулирующие с интегральными схемами наноразмеров. То есть все это некое единое целое, развивающееся синхронно, в силу технологической сопряженности элементов. Вытащите какой-нибудь элемент, и все, вы не произведете компьютер. Если вы не можете сделать процессор, то какой компьютер у вас не получится. Если у вас не будет сенсорных технологий, то вы не сможете сделать сенсорный экран, которым сейчас пользуются, значит, все почти обладатели гаджетов современных. Можно попытаться описать экономику с точки зрения таких вот технологических совокупностей, производств, которые сцеплены друг с другом и развиваются синхронно. У каждой технологической совокупности существует, конечно, среди элементов разная степень связанности. Вы можете использовать, допустим, интегральную схему наноразмерности, можете использовать микроэлектронику, то есть вы все равно получите компьютер, он может быть будет отличаться по размерам, но тем не менее в условиях реальной конкурентной борьбы, формирующей технологические траектории, все эти технологические решения сбиваются в некую самовоспроизводящуюся целостность, которая нам обеспечивает устойчивость роста, инерционность, которая
синхронизирует все входящие в, этот, в эту совокупность производства в едином жизненном цикле. И наша гипотеза заключается в том, что жизненный цикл технологической совокупности, он описывается такой же логистической трёхой. Значит, к тому есть определенные эмпирические исследования, которые доказывают это обстоятельство. Когда, скажем, у вас происходит развитие, сначала есть, там, скажем, определенная базовая технология. Да? Вот, используя тот же самый пример с заменой парусников на пароходы, ну или лучше этот пример. Значит, появился паровой двигатель. Но паровой двигатель, значит, просто поставив на парусник паровой двигатель, вы получаете некоторый дополнительный результат. Первые пароходы, они оснащались парусами. То есть инерция мышления инженерного была такова, что паровой двигатель воспринимался как некая дополнительная, так сказать, тяговая сила. А паруса оставались, так сказать, в виде основного. Но скоро поняли, что мачты не нужны, паруса не нужны, что паровой двигатель позволяет двигаться быстрее судно без парусов. Но для этого потребовалось изготовить соответствующие конструкционные материалы в виде стали. Сталь заменила дерево здесь. Потребовалось значит, заменить, точнее создать хранилище топлива, то есть угля на этих пароходах. Это, так сказать, повысить тоннаж, потому что парусные суда не были таких больших размеров, как пароходы. Не нужно было хранить запасы угля. Ну, соответственно, рулевое управление, значит, система электротехнического управления сложными машинами. То есть сначала идет некая базовая технология, потом появляются дополняющие и улучшающие технологии. Причем скорость дополняющих технологий резко, так сказать, возрастает по мере зрелости по мере того, как технология вызревает, вернемся к этому жизненному циклу. Вот в нашем примере паровой двигатель сначала был освоен в основном железнодорожном транспорте, а до этого он был освоен еще в мануфактуре, когда если вы представите себе, допустим, машинное производство 19 века, это гигантская паровая машина, которая двигает разные составляющие производственного процесса. То есть вокруг нее строилось все производство. Это главный источник энергии. Но в данном случае мы видим внедрение парового двигателя шло медленно. А другие составляющие, там стальной корпус, значит, электротехническое оборудование. Значит, все это, так сказать, уже шло быстро, потому что как бы, есть базовая технология, которая тянет всю систему вперед, и по мере ее развития требуется, она стимулирует появление все новых дополняющих технологий, которые поднимают эффективность всей системы. Поэтому технологии, точнее нововведения, делятся на базовые, дополняющие, улучшающие, ну и потом еще псевдо-нововведения, которые призваны просто сбить с толку потребителя, пытаясь продать тот же самый товар, так сказать, другую упаковку, когда уже доходит до завершения жизненного цикла. Так вот, если мы сделаем еще один шаг с точки зрения обобщения процесса технико-экономического развития и зададим вопрос, а как, собственно, технологические совокупности эти связаны друг с другом, то мы выходим на понятие технологического уклада. Вот с этого, собственно, начинается презентация. Это вот в этом определении технологический уклад, воспроизводящаяся целостность технологически сопряженных производств. Ну, однородных по техническому уровню, значит, что они с точки зрения инженерных требований, требований квалификации людей, ну, примерно одного уровня. Иными словами, вы не можете, там, скажем, слесаря 5-го разряда там, или даже 10-го разряда 50 лет назад поставить на современный ЧПУ, и он ничего не сможет там делать, надо будет переобучать. То есть однородность технического уровня, она, так сказать, такое условное понятие, которое отражает некоторую зрелость инженерного образования и сложности процессов управления соответствующей технологией.
А главным здесь, точнее, здесь каждое определение имеет значение. Значит, самое первое – воспроизводящесть. То есть очень важно, что мы имеем дело с воспроизводством экономической системы, которая изо дня в день, так сказать, в течение многих лет, воспроизводит один и тот же целостный набор производственно-технических систем и более-менее однородный со всеми модификациями набор продуктов. Поэтому она целостна. Вот целостность определяется связностью. То есть технологическая сопряженность связывает разрозненные технологии в некую воспроизводящуюся целостность. Ну, дальше то же самое, что в каждой отдельной технологии. Этап эмбрионального развития, рождение, это вот порог синхронных затрат, когда, так сказать, зрелость, упадка и так далее. Значит, если мы теперь, уже переходя к макроэкономической системе, попытаемся ее представить с точки зрения жизненных циклов технологических уклад. Технологический уклад – это макропонятие. Значит, до того, как мы изобрели вот это понятие технологического уклада, в экономике, с точки зрения экономического развития, у нас господствовало как бы несколько попыток объяснить экономическое развитие, ну, известной работы Шумпетера, который придумал термин «созидательное разрушение», в том смысле, что новые технологии взрывают существующую, и в его понимании, собственно говоря, предпринимательство – это не что иное, как комбинирование технологий. Ну, это понимание Шумпетера, что кто бы предпринимал? Человек, который комбинирует разные технологии. И, соответственно, оптимальная комбинация технологий разваливается, когда появляется новый предприниматель, который комбинирует либо другим способом, либо придумывает какую-то новую технологию. Ну, это, я бы сказал, больше метафора, чем объяснение экономического развития. Значит, первым ученым, который обратил внимание на нелинейность экономического развития и долгосрочном плане, был Николай Кондратьев, который придумал теорию длинных волн экономической конъюнктуры. Он обнаружил, что на периоде там, больше 100 лет, современная статистика, к сожалению, у нас ведется где-то только с 50-х годов прошлого века, но тем не менее по отдельным индикаторам можно было заметить колебательное движение в ценах, почему называется длинные волны конъюнктур или длинные конъюнктуры. Конъюнктура – это, значит, цены. Цены то растут, то падают, так сказать. Ну, сегодня это говорят об уровне инфляции, но в принципе колебания в ценах, даже если будем брать сопоставимые цены, они обнаружат некие такие длинные волны. Колебания нормы прибыли. Дальше были работы, которые продолжали теорию длинных волн в терминах колебания экономической эффективности, прибыли, тоже показатель фонда отдачи, производительности труда. Но со смертью Кондратьева, надо сказать, эта теория больше не очень-то развивалась, хотя импульсом к его открытию длинных волн, по всей видимости, послужила Великая депрессия, которая в 30-е годы охватила весь тогдашний капиталистический мир, и тогдашний мейнстрим экономической мысли никак не мог, так сказать, так объяснить, почему же возникло это чудовищное кризисное состояние экономики, которое повлекло массовые социальные бедствия и, в конце концов, привело человечество, точнее, капиталистические страны к развязыванию Второй мировой войны. То есть экономическая наука не могла объяснить, откуда взялась Великая депрессия. Кондратьев обнаружил длинные волны, но почему эти длинные волны возникают, и само их наличие все время, значит, мейнстримом экономической мысли либо отвергалось, либо были попытки, значит, опровергать, в том числе исходя из понимания экономического цикла. В то время, значит, была уже теория делового цикла, которая вписывалась, в принципе, в теорию экономического равновесия, и которая пыталась объяснить деловые циклы, там,
примерно десятилетнего периода колебаний, а с точки зрения неравновесия, точнее достижения равновесия между трудом и капиталом, между другими, так сказать, факторами производства. И вот эта теория циклов, она, в общем-то, тоже не была связана с технологией. Она руководствовалась взаимоотношением в основном труда и капитала. Рост зарплаты ведет к снижению прибыльности капитала, это ведет к тому, что падают инвестиции. Инвестиции падают, значит, снижаются возможности для расширения занятости, то есть падает зарплата. Ну, в общем, такие примитивные, я бы сказал, размышления на тему балансировки двух главных факторов производства труда и капитала, пытались объяснить теорию деловых циклов. Затем появились работы Саймона Кузнеца, который увязывал среднесрочные колебания с производственной технологической базой, с инвестициями в инфраструктуру, внутри частичных классиков. Теория Саймона Кузнеца здесь присутствует. Да, даже институт так называется. Вот. Ну и, наконец, в 70-е годы, когда западный мир погрузился в очередную Великую депрессию, появилась теория Менша, которая говорила о том, что существует неравномерность технологических инноваций. Его знаменитая книжка называлась «Технологический пад». То есть он, значит, отслеживает динамику патентной активности, динамику изобретений, классифицируя их на базовые, там, улучшающие и так далее, показывал, что периодически экономика попадает в ситуацию технологического пада. Как это было в 70-е годы, когда он эту книжку писал, что она перестает как бы развиваться. Нет внедрения базовых технологий новых. То есть он увязывал цикличность развития экономики с неравномерностью инновационной активности. Но здесь возникает один такой простой вопрос. Собственно говоря, когда предприятия внедряют нововведения? Значит, как правило, предприятия внедряют нововведения, когда они их не могут не внедрять. Риск невнедрения нововведений с точки зрения угроз банкротства заставляет предприятия внедрять новые технологии, когда они уже не могут оставаться на рынке со старыми технологиями. То есть новые технологии внедряются не тогда, когда они появляются, не тогда их ученые придумывают, так сказать, изобретают новые какие-то изделия, машины, оборудование, а когда экономическая среда их востребует. Экономическая среда их востребует только тогда, когда существующие до этого технологии попадают вот сюда, в зону убывающей производительности, когда дальнейшие инвестиции не дают уже отдачу, производство не расширяется, на существующей технологической базе его невозможно развить, и появляются пионеры со своими новыми техническими решениями. И для того, чтобы зрелая компания удержалась на рынке конкуренции с этими новыми, значит, предпринимателями, приходится внедрять новую технологию. Это для, с точки зрения эволюционной экономики, это абсолютно понятная проблема. Как я говорил, что менеджеры работают в рутинных процедурах, они, конечно, продвинутые компании, особенно в сфере там, IT, они, конечно, отслеживают, занимаются технологическим прогнозированием. И в последнее время появился такой термин, значит, инновационное предпринимательство, инновационный путь развития, что предполагает, что хозяйствующие субъекты постоянно ведут мониторинг новых технических решений, постоянно заняты внедрением чего-то нового, прогрессивного. И процесс уже нововведений становится рутинным процессом, когда уже значительная часть менеджмента профессионально занимается исключительно тем, что ищет новые технические решения. Ну, это явление вот буквально последних, может быть, 30 лет. До этого, да и сейчас, в крупных корпорациях неохотно идут на нововведения. И в обычных отраслях, если мы не берем фронт научно-технического прогресса, который идет там в новом технологическом укладе, а берем устоявшиеся зрелые отрасли, как правило, там рутинизируются только улучшающие нововведения. Ну, понятно, что вот в этой инновационной экономике, мы об этом еще будем говорить, очень много меняется по сравнению с обычной экономикой, чего вы еще в учебнике особенно не найдете. Например,
Важным фактором капитализации фирмы является количество патентов. Ну, казалось бы, патенты можно строгать, если знаете как. Нанял патентную фирму, она вам на любой чип сделает патент. Вот, например, вы знаете, вот одна компания вот так зарегистрировала движение пальца по сенсорному экрану, другая так, это все патенты защищены. Полное, казалось бы, что тут нового в техническом смысле. То есть патенты можно генерировать, и каждый новый патент дает вам некоторое повышение капитализации. Ну, это в этих передовых отраслях, которые живут в технологических траекториях с очень короткими жизненными циклами. Ну, там те же гаджеты, значит, у нас пока они на ваших глазах, пока вы росли, у вас там каждые там, 2-3 года, наверное, появлялся новый телефон. Да? Ну, вот, возможно, этот процесс уже достиг некоторой фазы зрелости, потому что новые модели телефонов уже в основном характеризуются псевдоновыведением, когда они придумывают нечто, не дающее превращение потребительской полезности, но играя на моде, на престижном потреблении, уже на этих вот психологических мотивах, продлевает себе, так сказать, восходящую фазу жизненного цикла. Таким образом, возвращаясь уже к макроэкономике, значит, мы ввели понятие технологического уклада, которое только что вы определение видели, для того, чтобы объяснить материально-техническую основу длинных волн в экономике, длинных циклов. То есть жизненный цикл технологического уклада, согласно, так сказать, нашей теории, отражает на поверхности экономических явлений та самая длинная волна Кондратьева, которая была открыта почти 100 лет назад, вокруг которых было много споров. Мы считаем факт наличия длинных волн установлены в экономике за последние 200 лет, начиная с первой промышленной революции, и пытаемся объяснить эти длинные волны, соответствующие динамикой жизненного цикла технологического уклада. Ну, два слова еще, чтобы можно было себе представить, да, вот эти, сейчас чуть попозже. Сначала такая абстрактная, вот эта картинка. Вы видите здесь внизу. У нас, собственно говоря, жизненный цикл технологических укладов, вверху у нас длинная волна Кондратьева, которая условно по оси абсцисс время жизненного цикла, по оси ординат, в длинной волне Кондратьева это уровень экономической активности, до темпа экономического роста, собственно говоря, с этого и начиналось открытие длинных волн, с тем, что Кондратьев пытался объяснить разные колебания в темпах экономического роста, в макроэкономических агрегатах. Вот мы видим, что новый технологический уклад начинает развиваться в ситуации зрелости предыдущего технологического уклада. Видите на картинке. Значит, то есть переход на новый технологический уклад происходит там не за один год и не за два. Значит, как правило, эмбриональная фаза – это не менее 15 лет формирования новых технологических совокупностей, которые пока не очень-то востребованы в рамках зрелого технологического уклада, который до сих пор доминирует. Затем, по мере расширения этих технологических совокупностей, нового технологического уклада, формируется благоприятная среда для его расширения. И заштрихованная зона, это вот, забегая вперед, скажу, это зона, в которой мы сегодня находимся, зона, собственно говоря, родов нового технологического уклада, когда преодолевается порог синхронных затрат в базовых нововведениях, формирующих структуру нового технологического уклада, и он выходит на экспоненциальную фазу роста, которая занимает 25-30 лет. Это повышательная фаза волны Кондратьева, то есть темпы роста возрастают, потому что формируется новое множество технологий, новая воспроизводящаяся целостность, которая быстро расширяется и тянет за собой всю остальную экономику. Ну, затем технологический уклад в форме своих базовых, так сказать, базовых технологий достигает фазы зрелости, темпы роста падают, экономика погружается в депрессию и формируется востребованность к новым технологиям. То есть экономическая среда начинает генерировать импульсы для появления новых технологий. Что возникает вопрос, как это происходит? Ну, для начала
Значит, вот такое краткое схематическое изображение, история современного технико-экономического развития. Когда мы говорим современный экономический рост, мы имеем в виду эпоху с конца 18 века по настоящее время, которая началась с первой промышленной революции. Ну, сегодня там придумали четвертую революцию, ну, это все, так сказать, метафоры, значит, которые скрывают некоторую неравномерность, цикличность. Вот мы выделили, исходя из длинных волн Кондратьева, выделили такие пять, и сегодняшний, начинающийся сегодня шестой технологический уклад, где можно проиллюстрировать как бы эффект сопряженности. Вот если брать текстильные машины, как некоторый базовый фактор, ну, здесь названия технологических укладов, они значит, сформулированы по некоторой базовой технологии, трансформирующей энергию в конечный продукт. Вот первая промышленная революция была связана с появлением ткацких станков. Это был главный промышленный продукт, легкая промышленность была, так сказать, основной отраслью. И, собственно говоря, купцы главным образом одеждой торговали, ну, если мы не берем там зерно, это и продовольствие. Значит, текстильные машины дали возможность начать концентрацию производства, появились мануфактуры, в которых пошла специализация труда, это у Маркса все очень хорошо, так сказать, описано. Значит, технологический уклад, чем он характеризовался? Ну, специализация труда, значит, уже какое-то специальное образование. Станки требуют определенных инженерных навыков в изготовлении, требования конструкционным материалом, это дерево, главным образом, в тот момент, которое давало, конечно, импульс столярной промышленности. Это либо ручной труд, либо мельница в качестве движка. То есть это такой вот набор технологий. Значит, в качестве главного транспорта в тот период использовался гужевый транспорт, то есть возили на лошадях. Кроме того, значит, по мере концентрации производства и расширения рынков развивался, конечно, морской транспорт с парусным, ну, поэтому уже, с парусным флотом. Затем у нас появляется, значит, этот технологический уклад достигает определенных пределов расширения к началу 19 века, появляется паровой двигатель. Требуется, значит, примерно 15 лет для того, чтобы этот паровой двигатель пошел в промышленное производство. Паровой двигатель начинает революционизировать все производственное окружение. Значит, паровой двигатель требует стали. Значит, у нас раньше было там в текстильных машинах тоже применялась сталь, но в основном это были, так сказать, примитивные чугунные изделия. А здесь уже сталь появляется. Появляется угольная промышленность. Появляется судостроение современное, революция на транспорте, появляются железные дороги, до этого был водный транспорт в качестве главной движущей силы на морях и на водных каналах. Водные каналы, которые были характерны для предыдущего технологического уклада, почти главной транспортной артерии, заменяются железными дорогами. А следующая эпоха – электричество. Как вы понимаете, для электродвигателя уже нужны конструкционные материалы, не только сталь, но и цветная металлургия. Требуется развитие электротехнической промышленности. То есть каждый новый технологический уклад – это новые технологические совокупности, которые сопрягаются друг с другом. И которые как раз формируют воспроизводящуюся целостность. Электродвигатель делает ненужным концентрацию производства, так сказать, на базе парового двигателя в энциклопических, так сказать, цехах и машинах. Он позволяет соединять станки. Появляются станки, оснащенные электродвигателем. Производство может становиться менее, так сказать, концентрированным с точки зрения энергонасыщенности. То есть становится более гибким. Меняется, каждому технологическому укладу соответствует свой тип потребления. Скажем, с электродвигателем у нас появляется электротехника, холодильники, значит, потом радиотехника, электроприборы всевозможные, лампочка, разумеется.
Дальше двигатель внутреннего сгорания, автомобильный транспорт, нефтехимия в качестве базовых отраслей. То есть новые технологические совокупности формируют новую складывающуюся целостность. Наконец, микроэлектроника, то, что уже на ваших глазах появляется в качестве ведущего технологического уклада в 70-е годы прошлого века, открытие интегральной схемы, изобретение микропроцессора, формирование компьютеров, точнее производство компьютерной техники. Вот здесь мы уже можем, так сказать, при желании более подробно, так сказать, поговорить с точки зрения иллюстрации. Вот, когда появились первые электронные вычислительные машины, еще на базе, вот, поскольку это не так давно все происходило, значит, первый ЭВМ появляется на базе электротехнической промышленности, да, ламповый ЭВМ, так называемый. То есть это лампочки, значит, которые нужно было много, они требовали большого количества энергии. И, скажем, то, что вы сегодня здесь видите, носите у себя в кармане, раньше требовалось вот все это здание, где мы находимся, с точки зрения вычислительных мощностей. Понимаете? То есть этот маленький компьютер заменял, вот, делать столько больше операций, чем тогдашний ЭВМ циклопических размеров. И, значит, соответственно, наука о прогнозировании. Что она говорила? Что этих ЭВМ будет немного. Ну, там штук по 10 в каждой стране. Все это будут считать военные и будут считать банкиры. Вот, кому нужно большое количество операций просчитывать. Затем полупроводниковая промышленность, которая развилась в недрах уже четвертого нашей, так сказать, последовательности технологического уклада, позволила эволюционизировать, перейти от лампочек к полупроводникам. Следующий этап – интегральная схема. И только с появлением интегральных схем у нас компьютеры становятся достаточно дешевыми, массовыми, и начинается везде проникновение. Возникает технологическая революция. Смена технологических укладов – это всегда технологическая революция. Ну и, наконец, значит, современный технологический уклад, нано-солнечная энергетика, ну, это еще и биоинженерия и прочее. Но об этом мы, наверное, у нас до какого времени говорим? До 18:30. Значит, последнее, о чем я скажу на этой лекции, значит, это... иллюстрация смены технологических укладов с точки зрения изменений в ресурсной базе экономики. Значит, вы должны понимать, что смена технологических укладов идет через технологическую революцию, но это не значит, что там все предыдущие уклады сразу отменяются. Эта технологическая революция, она меняет все экономическое окружение таким образом, что сохраняется и производство мебели, там, предположим, сохраняется строительство. Просто используются новые материалы, новые возможности, новые виды техники. Значит, самая инерционная у нас сфера, которая, собственно говоря, вероятно, и задает ритм длинным циклам в экономике, это инфраструктура. В инфраструктуре самая капиталоемкая часть – это энергетическая инфраструктура. Вот вы видите, как смена технологических укладов прослеживается в смене базовых энергоносителей. Вот первый технологический уклад, значит, ну, здесь у нас, видите, выровненный. Здесь имейте в виду, что здесь логарифм. Во-первых, здесь логарифмическая шкала, во-вторых, здесь доля представлена. Доля того или иного энергоносителя с точки зрения по отношению ко всем другим энергоносителям. Ну, вот такая замысловатая, может быть, немножко. Вот здесь на нынешнем графике это все абсолютные данные вот здесь по энергоносителям. Значит, а вот здесь уже выровнено, смоделировано. Но модель очень хорошая. Это модель замещения технологий, Фишера-Прайя, так называемая, которая, опираясь на логистический цикл соответствующих циклов переменных, дает нам очень хорошую и четкую картину. Значит, у нас здесь в качестве на картинке А представлена Европа в виде Германии, на картинке Б представлена США. Видите, что в принципе, значит, у них похожая практически динамика. И она говорит о следующем. Первый технологический уклад в основном использует в качестве энергоносителя, значит, как это ни странно,
сегодня озвучить. Да, здесь у нас нет этих самых, значит, определений этих самых энергоносителей, поэтому я по памяти вам скажу. Значит, первое — это у нас дрова и сено. Дрова и сено в качестве базового, так сказать, энергоносителя. Сено, понятно, это гужевый транспорт. Дрова тоже понятно. Значит, второй у нас идет уголь в качестве базового энергоносителя. Третье — нефть. Значит, четвертое — газ. Значит, пятое — они думали, что пятое — это модель, которая была построена еще в конце прошлого века. Они думали, что это будет атомная энергетика. Точнее так, пятое — они думали, что это будет либо атомная энергетика, либо водород, потому что здесь как бы вся энергетика первичных энергоносителей, если мы имеем в виду сжигание, да, это углеводород. То есть сначала чистый углерод, это дрова и уголь. Значит, затем нефть, углеводород, где углерода много, водорода мало. Затем газ, где водорода уже больше, чем углерода. Была гипотеза, что дальше будет чистый водород. Возможно, оно когда-нибудь, так сказать, и будет, но... Водород из самого, из газа или из чего его должно быть? Нет, ну это же макроэкономический прогноз. Как получать водород? Если вам интересно, это мы вам прочитаем отдельно лекцию, которая полностью изменит ваше представление об углеводороде и о происхождении углеводорода. То есть есть гипотеза, нашего ученого, Ларина. Гипотеза Ларина о том, что центр Земли состоит из водорода. И все, что мы видим, это результат просачивания водорода сквозь толщу Земли и его синтеза с углеродом. Значит, гипотеза, кстати, все больше и больше популярность набирает. Ну, здесь картина, которая вам иллюстрирует динамику смены технологического уклада с точки зрения базового энергоносителя. То есть, иными словами, каждому технологическому укладу соответствует свой базовый энергоноситель, свой вид, соответственно, энергетической инфраструктуры и свой вид транспортной инфраструктуры. Теперь последнее, самое, что я хочу сказать, собственно, логика смены технологических укладов. Значит, у нас... Есть у меня эта картинка? Нет? А, вот она. Значит, тут длинные волны в колебаниях цен на энергию. Значит, они, как, в общем-то, наиболее наглядно иллюстрируют наличие длинных волн. Обратите внимание. Значит, ну, это график, построенный еще до нынешнего всплеска цен на нефть и последующего падения. Он был построен где-то в 80-е годы и выровнен таким образом. Значит, вот здесь цены на энергоносители. Ну, они приведены на тонну условного топлива. Сначала вот здесь этот пик всплеска цен, это когда еще был уголь энергоносителем. Значит, вот это всплеск цен, который имел место. Значит, у нас всплеск цен был на энергоносителе. Ну вот вы видите здесь, значит, датировка. Вот это синусоида — это отклонение энергопотребления от общего тренда. Ну, в течение последних там 200 лет идет рост энергопотребления с темпом, я уж не помню, там 1 или 2% в год. Но это рост неравномерный. Вот это вот колебания от тренда, они как синусоида. Вот пик роста, пик отклонения потребление энергии от тренда совпадает со всплеском цен. И вот так вот они, так сказать, расположились. Это последний всплеск цен в 80-е годы прошлого века произошел. Ну и дальше мы можем продлить современную эпоху. У нас есть график, я найду и экстраполирующий вход до современного периода, но здесь важно понять, что это не конъюнктурное, так сказать, исследование. Оно действительно показывает, что цены взлетают в разы. То, что мы наблюдали последние там 15 лет, имело место и раньше в экономической истории, когда цены взлетали в разы. Так вот, каково объяснение, логика смены технологических укладов? Возвращаясь к нашему графику жизненного цикла. Значит, как модно говорить, спусковым крючком структурного сдвига к новому технологическому укладу выступает как раз всплеск цен на энергоносители. Всплеск цен на энергоносители происходит в фазе зрелости существующего технологического уклада. Что такое зрелость?
Зрелость означает жесткость технологической структуры. То есть вложены огромные деньги. Основные капиталовложения уже сделаны. Технологические траектории сформированы. Система синхронно растет. Капиталоемкость системы все время увеличивается. Значит, наиболее капиталоемкие отрасли – это энергетическая инфраструктура. И энергетики хорошо понимают, что другой альтернативы нет. Если вся экономика сидит на нефти или на угле, вы поднимаете цены на уголь или на нефть там, 5 раз. Все остальные вынуждены покупать у вас уголь и нефть 5 раз дороже. Никуда деваться. Других технологий просто не существует, наличие, которые могли бы принять на себя основной объем энергопотребления. Поэтому в фазе зрелости технологического уклада, когда инерционность экономической системы, технологической структуры становится максимальной, когда вложены огромные инвестиции, поддерживающие воспроизводство технологического уклада уже в таком стационарном режиме, у монополистов появляются возможности злоупотребить своим монопольным положением, потому что у потребителей нет выбора. Значит, и всплеск цен на энергоносители – это всегда проявление зрелости технологической структуры, ее жесткости, отсутствие конкуренции, то есть монополизм в области инфраструктуры и поставки базовых видов топлива. Монополисты вздувают цены. Это их обычное, естественное, поведение. Дальше экономика испытывает шок. Огромное количество производств, которые раньше нормально развивались, теряет рентабельность. За энергоносители приходится дорого платить. Соответственно, значительная часть технологических траекторий оказывается в зоне не просто падающей производительности инвестиций, а убывающей отдачи. Отдача становится отрицательной. Экономика перестает расти. То есть технологический вклад перестает расти, потому что нет смысла вкладывать деньги в продолжение этих технологических траекторий. Происходит высвобождение капитала из производственной сферы, но капитал не знает, куда ему идти сходу, потому что нового технологического уклада пока в явном виде нет. Есть определенный набор нововведений, которых можно использовать, но нет сложившихся новых технологических совокупностей, которые могли бы принять инвестиции. То есть возникает фаза неопределенности. Экономика погружается в депрессию, капитал не инвестируется, создается среда для финансовых пузырей. Этот период характеризуется как турбулентность, как эпоха финансовой пузырей. Сейчас такое модное слово «финансинализация экономики». То есть как бы финансовый сектор начинает превалировать. Но то, что мы видим в настоящее время, в принципе, происходило и раньше. И в 70-80-е годы были финансовые пузыри, и всплеск инфляции, и в конце 20-х годов был всплеск цен на энергоносители. И лопнул финансовый пузырь в конце 20-х годов. И дальше депрессия. То есть проходит 10-15 лет, пока вырастают новые базовые технологии, формируются новые технологические совокупности, благоприятная техноэкосистема возникает для нового технологического уклада. Вот эту фазу родов мы сегодня как раз проходим в мировой экономике. Вот. Ну, вот вам я должен завершать. В общих чертах, как устроена технико-экономическое развитие. Мы сегодня говорили только про производительные силы. Значит, но экономика – это не только технологии. Экономика – это, вообще говоря, отношения между людьми. И вот отношения между людьми формируют другую систему связности, которая еще более инерционная, чем техническая система. То люди, они не просто привыкли жить в рутинных процедурах, они привыкли, значит, властвующая элита в основном, которая определяет динамику развития общества, привыкла жить, властвовать, так сказать, и управлять в рамках сложившихся институтов. И она эти институты поддерживает. Так вот, для того, чтобы понять экономическое развитие, мы должны понять не только, как технологии меняются, мы должны понять еще, как меняется система отношений между людьми с точки зрения управления экономикой. Как меняются способы управления? Раньше в марксистской традиции была теория экономических формаций, где там было выделено рабовладение, феодализм, капитализм, социализм, с претензией на объяснение всей человеческой истории. Мы на это не претендуем. Нас интересует период современного экономического роста. Но за эти 200 лет
кардинально поменялись системы экономических институтов. Было и рабовладение в эти 200 лет, был и феодализм своеобразный остается, и современная система наемных работников, ну и так далее. То есть за эти 200 лет сменилось несколько систем производственных отношений, систем между людьми по управлению экономикой. Мы такие системы назвали мирохозяйственными укладами. Здесь тоже есть определение сразу, мирохозяйственный уклад. Это система взаимосвязанных институтов, которые обеспечивают расширенное воспроизводство экономических отношений. К экономическим отношениям института мы относим предприятия, относим право, относим оформление взаимоотношений между трудом и капиталом, государственный строй, если хотите, систему управления макроэкономикой в целом. Природа денег, она тоже менялась, природа денег от одного мирохозяйственного вклада к другому. Но это все предмет, так сказать, следующей лекции. Значит, мы первые, наверное, два занятия посвятим вот этим базовым понятиям. Сегодня я рассказал технологические структуры. Значит, дальше, в следующий раз буду говорить о мирохозяйственных вкладах. Затем мы пойдем таким образом. Сначала мы обсудим управление научно-техническим прогрессом, управление технологиями. Затем мы от управления технологиями перейдем к макроэкономике, управлению, так сказать, уже экономической системой, как было, целостностью. Затем остановимся на отдельных аспектах. Это денежно-кредитная политика, внешнеэкономическая деятельность. Затем вернемся к предприятиям, как управлять предприятиями, как менялась система управления предприятиями. Ну и дальше по ходу дела посмотрим, так сказать, что вас будет интересовать. Значит, вопросы нам сегодня время уже не позволяет задавать, но значит, в следующей лекции я оставлю там минут 20 на вопрос. Спасибо за внимание. Ну, этот курс не об этом. Я понимаю.